все, что ездит, плавает и летает под их надзором. Транспортная прокуратура отчиталась о деятельности за первое полугодие 2018-го. В ходе проверок за этот период было выявлено 536 нарушений. Особый упор сделали на экологию. Так, например, не было до настоящего времени места для утилизации отработанных шпал. Суд обязал РЖД такую площадку организовать. Большое внимание уделяется безопасности пассажирских перевозок. Например, информацию о том, что путь следования «Ласточки» за столь быстрый срок не оборудовались всем необходимым, надзорные органы не подтверждают. Дело в том, что «Ласточка» двигается таким образом, организован движение, что территория Ивановской области она не развивает столь крупных скоростей, когда потребовались дополнительные требования для безопасности. Поэтому в целом по маршруту Ивановской области я могу сказать, что мы это отслеживали вопрос, и серьезных каких-то нарушений нет. Совместно с ГИМС транспортная прокуратура проверила базы стоянок маломерных судов. Общая оценка по Кинешме удовлетворительна. По Плесу у нас ситуация показала, что ни одна база стоянка не соответствует установленным требованиям. Две вообще вызвали вопросы, было масса нарушений, не было заведено необходимых документов, не была обеспечена пожарная безопасность, не было документов по водопользованию, пирсы находились в состоянии, которое не обеспечивает безопасность причаливания, никто не отслеживал выход в состоянии там, алкогольного опьянения. Отслеживает транспортная прокуратура в рамках своих полномочий преображение ЖД вокзала. Существенных нареканий к организации работ пока что нет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.